Мастер-класс по 3D-печати в рамках Дней науки в Ирнету прошел при поддержке компании 3D Quality, которая уже давно сотрудничает с Иркутским политехом и активно популяризирует инженерные направления в образовательном процессе. У детей тоже они не печатают игрушки, они в основном печатают какие-то корпуса или что-то такое, которые занимаются робототехникой. Вот, они делают визуализацию очень классные. Ну и студенты, соответственно, тоже делают такое же, только... Ну, уже как-то более такое продуманное, более крутое. После небольшой видеолекции начинается самое интересное. Разрешается попробовать самому сначала отсканировать хотя бы вот игрушку, а затем воплотить ее в материале. На мастер-класс пришли в основном студенты-первокурсники институтов авиамашиностроения и транспорта и архитектуры и дизайна. Я думаю, в машиностроении может пригодиться, в конструировании может пригодиться. Ну, может быть, в промышленном строительстве тоже отдельные элементы. Как показал мастер-класс, освоить 3D-печать не так сложно. Если нужно сделать подобное, то сканируется образец. Если предмет воплощается впервые, то с помощью определенной программы задаются параметры трехмерной модели в цифровом формате. Воплотить же с помощью 3D-принтера сегодня можно что угодно. От самой маленькой детали до реальных домов из бетона.